Ой, а мы ничего не знаем. Мы с Олимпиады приехали только что. Ребенок пропал? А какие-нибудь подробности известны? Почему пропал? Офники! Чего вы тут делаете? Ребята, бежим отсюда! Бежим! Бежим сюда, я знаю дорогу! Через окно! Через окно давайте! О, туда не ходи, там опасно! Что это такое? Лучше уж в эту штуку, чем руки к кофникам. Раз, два, три! О! Что? Зеленые листья? Ну-ка. О май гад! Офигеть! Фига, мы что, на холме, что ли? Блин! Ёперный театр! Что? Облака? Где мы, блин? Блин, такой кайф, просто балдёж. Я в раю, что ли? Серёга, ты ещё не накупался? Блин, промок же весь. Согласен, реально бы сидел, тут и сидел. Но, ребята, блин, а вы о родителях не подумали? Может, пора всё-таки уже домой идти? Я, конечно, понимаю, что тут очень круто. Тут круче, чем, блин, на самом крутом месте, где я когда-либо был. Ну, блин, ну, пора бы уже домой. Реально, вы не подумали, что дома-то уже, походу, ночь? Родаки еще ментов вызовут, а? Что мы с вами получим, а? Ремня! Ну, давайте, пошлите. Давайте, давайте. Я все-таки считаю, что можно будет потом сюда вернуться. Что тут такого? А ты подумай, как тебя папа встретит после того, как ты ночью вернешься домой, а? Что он подумает? Или вы собираетесь им рассказывать об этом месте? Нет, ребят, ну давайте, серьезно, завтра еще вернемся. Вот именно, не только люлей, меня вообще отчим убьет. Пошлите, 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 пойдемте, блин, капец. А если мы вообще не сможем обратно вернуться? Идемте. Давайте, давайте, может еще обсохнем в пути. Так, кто помнит, как тут обратно-то идти? Я уже заблудился маленько. А, наверх? А, да, точно, вот эта гора. Да, вон вход в пещеру. Хоть бы нас портал пустил обратно, хоть бы он пустил обратно. Ё, что-то страшновато. А вы, кстати, блин, не боитесь, а? Всё-таки какое-то непонятное место, портал, а мы так отдыхаем. Может, не стоит расслабляться, а? Как-то подозрительно всё это. И вообще, я по физике читал, что такого быть не может. Так, подожди. Подожди, надо всех подождать. Ну что, готовы? Я надеюсь, мы окажемся все-таки дома, а не где-либо-то еще. Давайте. На счет три. Раз. Два. Три! О, блин! О, ура! Слава тебе, Господи, мы на месте! Супер. А что же все-таки значит эти символы какие-то? Это явно не само по себе появилось. Это кто-то нарисовал. Блин. А если кто-то найдет это место? Я что-то не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Блин, давайте поищем, давайте полазим тут, посмотрим. Может, тут что-то есть? Внимательно, давайте осмотрим все это место. О! Там какая-то щель. Вот, смотрите, вот здесь. О! Ну-ка. Рычаг. Чё? Ого. Офигеть. Да, вот так лучше. Ладно, пойдемте домой. И побыстрее. Так, нифига себе, какое-то свечение странное. Ну ладно, идемте, блин, хватит уже на сегодня мистики. О, ребята, смотрите! И здесь этот символ. Ха, странный какой-то. Треугольник. А, это на солнце похоже. На какой-то глаз. Пофиг. Ладно. Ёкаламане, блин, как темно-то! Пипец! Отчим меня убьет. Эх, ладно. Надеюсь, меня хоть мама спасет. Давайте, быстрее только бегом. Давайте, слушайте, завтра, а, после школы сразу же туда пойдем. Блин, как все-таки круто! Такое офигенное место! Это просто какое-то чудо! Так классно! Мы теперь можем туда ходить, и там нас никто не тронет! Мы там можем построить штабик! Так, бомж, не послушивай.
Саву? Ты что, сдурел, что ли? Не надо никому вообще говорить. Я, конечно, понимаю, что это наш друг. Ну и что ж он веселый? Проболтается еще кому-нибудь. Да то он веселый, то что болтливый. Коли друг. Ну, блин, так, ладно, нас все-таки четверо. Кто считает, что надо позвать Саву? Я против. Ну, давайте, решайте. Лиза, ты что думаешь? О, все против меня. Ну, ладно, позовем Саву. В конце концов, реально нормальный пацан. Эх, вот мы уже дошли до... Ой, ёб-гопник. Это назад, назад, назад. У нас ничего нету. Идите, куда шли. Вот сюда давайте. А, знаете что? Вот я бате банки принесу. Вот, он и обрадуется. Вот, нормально. Можете мне, пожалуйста, банок насобирать, зеленых? Помогите, плиз, выручите пацана. Так, здрасте. Мы тут, типа, мусор убираем. Ага, ага. Да все, думаю, хватит. Давайте сюда. О, спасибо. Ну все, я думаю, батя будет доволен. Батя, ненавижу его батя называть. Очень тупой. Ладно, пофиг. Вот уже, ребята, по сути, мой подъезд. Спасибо, что погуляли. Блин, так круто сегодня мы с вами нашли такую тему. Ладно, в общем, завтра после школы собираемся, окей? Договорились? Ну все, давайте тогда, счастливо. Давай, Лиза. Пока. Димас, пока. Серег, ну что, ты как, прогуляешься до подъезда со мной? Все, давайте, увидимся завтра. Пока-пока. Слушай, Серег, пожелай мне удачи. Если я завтра в школе не появлюсь, прошу во всем винить отчима. Ну, тебя это проводить до дома или сам дойдешь? Че, проводить или нормально дойдешь? Я как бы опаздываю. Ну смотри, если прям вообще надо, то я провожу. Ну окей, пошли. Ух, блин, только надо держаться, слушай, подальше от этих офников, прикинь? Если они спалят, а, нашу базу. Я думаю, это будет финиш. Ну хорошо, хоть там есть дверь вот эта. Это вообще супер, просто... Что это за тип такой? Я его раньше не видел. Ладно, пойдем. Ну, в общем, я так счастлив, что у нас наконец-то будет своя база. Это, блин, так круто. А знаешь что? Я туда хочу еще, ну... кое-кого позвать. Кстати, ты скажешь, кто тебе нравится? Реально, что ли, Анька? Да? Ну, прикольно. Ты с Аней, я с Миланой. Прикинь, да, мы вчетвером с девушками будем там. Даже без Димы, без Лизы. Ух, ладно. Ну, все тогда, давай. Спасибо вообще, что погулял сегодня со мной. Давай, удачи. Завтра встретимся. Пока-пока. И пиши ВКонтакте, если что. Давай, удачи. Ух, ребята, блин, какие-то алкаши уже появляются. Ой, ребята, не гуляйте, пожалуйста, поздно, а? Как бы мне тут не огрести. Валим, валим, валим. Ну, это просто какая-то дичь. Вот офигеть. Ну, как там так могло повезти? Такое место нашли! Как бы его назвать? Вот как бы назвать? Убежище? Или штабик? И насчет того, чтобы сказать родителям? Нет, я думаю, это бред. 100% нам запретят туда ходить. Типа, а если вы там пропадете, а если там простудитесь или какую-то болезнь подхватите? Нет, сами лучше знаем. Хотя, если честно, что-то как-то подозрительно там. Но это реально ненормально, чтобы в каком-то подвале заброшки был проход в непонятное лето. Черт его знает, кто этот проход открыл. Что это там за символы? Ладно, мне пора домой. Надеюсь, отчим не прибьет. Ладно, как я и говорил... Вся надежда на маму и на зеленые банки. Ух, раз, два, три, ни пуха, ни пера. Простите. Папа, привет. Я, слушай, маленько загулялся, я тебе банки собирал. Ну, вот смотри, вот собрал тебе баночек. Как ты любишь? Там вот коды для акции есть. А вот еще красный, кока-кольный. Все, так-то лучше, я надеюсь. Ну, мы погулялись там с ребятами. Нормально пообщались, с воздухом подышал. Дневник? А зачем дневник?
А чё я такого сделал? Почему так вот резко сразу-то дневник? Вы что, во мне сомневаетесь, что ли? Может, не надо? Ух, пронесло. А, да, хорошо, уже бегу. А покушать будет? А, впрочем, я не голодный, у меня есть морковка. Все, сейчас зубы почищу и спать. Может, это куда что-нибудь покушать? Ладно, все, иду спать. Ух, ребята, пронесло. А то, если бы спалили мой дневник... Да, не сдобровать мне. Так, ладно. Главное прошмыгнуть. Раз. Два. Три! Никого нету. Ух. Наконец-то я у себя в моей любимой комнате. Ну, ребята, вот такое вот у меня скромненькое жилище. Да, понимаю, это, конечно, не евроремонт, но зато ковры есть. Уютная постелька, турничок, вот даже вот занавеска есть и офигенный вид из окна. Просто суперский. Батареи что-то до сих пор холодные. Ну и ладно, зато компик есть. Ну, конечно, жизнь моя не сахар, комната моя не мажорская, зато теперь я знаю, где можно отвести душу. Вот как так не могло повести, просто офигеть, просто супер. Ничего, вот завтра в школе отмучаюсь и сразу же пойду в наш штабик. Покупаюсь, позагораю, кайф.